Юридический диктант написали магаданцы со всей страной. Инициаторами стала Ассоциация юристов России. На Клыме свой правовой IQ проверили несколько сотен человек на 7 площадках. Самая крупная – СВГУ. Диктант включал 30 вопросов из области трудового, уголовного, семейного и гражданского права. Задания в рамках школьного курса «Обществознание». Некоторые простые – на знание Конституции страны. Но были и такие, которые участникам не по зубам, говорят организаторы. Допустим, вот вопросы из семейного права. Какие условия должен содержать брачный контракт? Вот, там имеется выбор, значит, несколько ряд вопросов. Это касается материального обеспечения там, супругов, имущества совместно нашего, ну и также вот, как родители будут общаться с детьми. Вот. Ну, тут, конечно, надо немножко как бы почитать, чтобы однозначно ответить на эти вопросы. В среднем каждый россиянин сталкивается с юридическими проблемами несколько раз в год и теряет до 100 тысяч рублей от незнания законов. Исходя из результатов, будут рассмотрены варианты улучшения образовательных программ в высших и средних технических учебных заведениях. Диктант проходил в электронном формате. Участники узнавали свои результаты сразу после ответов на все вопросы. При этом желающим проверить свои знания не обязательно приходить на площадку проведения. Есть возможность пройти тест прямо на сайте.